еркін күнтті мана Улан Залатныр, ода ендірі танайыны сүйірті ерді бейкі байырта бәнау, еврейін ұқан санаған, еврейін сеткілен, тандымеді үлікті баса ачылау қанылтан үргі бәнау тадынды, яғдгіхлі тадын намағы наран дұғдат, күн кеже туолат, күн кеже намағы болғат, кертсет наран дұғдат ерсінді, екі ачылау қанылтан үргі бәнау. Елінгі ода ені Алексей Мазанов кедік күнді, онысы қанылты үргі қар бәнау. Учырын елінді үгіхлі ода Алексей Мазанов намағы түрім болжы, танысын күн болжына. Танят, медет, үрет, дұғдат нарана учырсынды, онысы екі қанылты медвілжен одан чабдырмыш. Ну, сегодня я вообще очень долго думал, о чем нужно поговорить, и пришел к мнению, что лучше всего будет поговорить о нашем мировоззрении. О том наше мировоззрение, которое сегодня у калмыков практически уже выхолостилось. Оно нивелировалось, оно исчезло. Сегодня мы граждане великой страны России, примерно все одинаковые, примерно у нас образование, ну, исключая вот этот небольшой сегмент калмыцкого языка, истории Калмыкии, калмыцкой литературы, там тудубичи где-то, где на факультативах ведется. В общем-то, ничем не отличаемся от всех остальных народов Российской Федерации, а может быть даже и мира. Поэтому сегодня, говоря о том, кто же мы есть, мы должны прежде всего говорить о национальном мировоззрении. Это сравнимо с очками. Вот есть очки, через них я вижу мир. Если эти очки темные, я вижу мир темным. Если эти очки, например, там фиолетовые, как сейчас любят носить, то это будет совершенно другое уже качество самой картинки, изображения и всего остального. То же самое и мировоззрение. Мировоззрение – это наши очки, которыми мы смотрим на мир. Азиатов в мире огромное количество. Это и корейцы, и японцы, и Юго-Восточная Азия, казахи, киргизы, якуты, буряты, татары. Ну, то есть огромное количество азиатов в мире, и чем же мы отличаемся от них? Это очень важно знать, и это очень важно понимать сегодня, сейчас, потому что наш народ, наверное, за всю свою историю существования заслужил того, чтобы мы, его потомки, были достойны памяти своих предков, достойны хранить эту память. В чем же суть этого? Прежде всего, я думаю, что когда мы сидим где-нибудь летом вечером в кафешке, пьем пиво и начинаем хвастать, что вот наши предки ходили войной на Крым, ходили войной там в Пруссию, там еще куда-то, защищали южные рубежи России, это вот честно пустое бахвальство. Потому что завтра, как бы это неприятно не звучало для многих людей, завтра я глубоко сомневаюсь, что мы сумеем объединиться и сумеем повторить то, что сделали они на любых полях сражений. Сегодня нужно говорить, наверное, о том, что война с саблей, война с шашкой, она уже давно ушла в прошлое. Мы сегодня, какими бы мы храбрыми, гордыми, сколько бы у нас духа не было, мы уже не сможем так воевать, потому что сегодня воюет ум и кнопки. Нажал кнопку, вылетела ядерная ракета Томагавк. Все, и нету. Какой бы храбрый человек ни был, он просто не способен. Сегодня война информации. Сегодня война умов. Сегодня война разума. Это самое главное. Это то, в общем-то, что составляет современный мир. Я думаю, что очень важно понимать, кто мы есть. Для того, чтобы осознать свою историческую роль и свою историческую, даже, наверное, судьбу, ношу, благодаря которой мы сегодня вообще еще сохранились. Прежде всего, наверное, нужно говорить о народе. В старых учебниках по социологии обычно народ трактуется как составляющий. Мне просто вот это вот импонирует больше, чем те современные объяснения, как составляющая трех великих таких вот важных качеств, трех великих составляющих, которые образовывают из народа народ. Первое – это единый язык. Почему единый язык так важен? Единый язык – это средство коммуникации.
средство общения людей с людьми. И поэтому, когда мы говорим о едином языке, мы говорим о том, что люди понимают друг друга. Вот, к примеру, возьмем, например, Карачаево-Черкесию. Черкесы говорят на одном языке, карачаевцы на другом языке. Это одна республика, но между этими людьми есть масса недопониманий, которые в конечном счете приводят к каким-то мелким столкновениям на разных почвах, начиная от бытовой и кончая мировоззренческой. Вроде бы мусульмане, вроде бы исторически живущие на одной территории люди, но разница языка, она не дает им стать ни одним народом, ничем другим. И, естественно, у них и внутренние отношения таковы. У нас этот единый язык есть, это калмыцкий язык. Конечно, мы можем говорить о том, что это часть айратского языка, часть монгольского языка, да? В конце концов, это часть алтайской языковой макросемьи. Но у нас есть этот язык, и чем же он важен? Дело в том, что в лингвистике есть такое понятие, как языковая картина мира. То есть, когда я говорю на одном языке, я мир воспринимаю в соответствии с этим языком. Если я говорю на другом языке, я являюсь носителем другого языка, то я и мир, соответственно, воспринимаю именно на том языке, на котором я говорю. Возьмем простой пример, обычный, калмыцкий. «Ця самурхэ». Каждое утро наши бабушки варят чай, и они начинают его самурхэ. То есть, вот этим шангэ, да, половником, производить какие-то действия. Как вы скажете это на русском языке? «Ця самурхэ». Нет. Это же не описывает действие. Не объясняет. Нет. Я не знаю на русском. Нет этого термина. Вот просто нету его. И такой безэквивалентной терминологии в калмыцком языке масса. Зная калмыцкий язык, мы расширяем границы своего мира. Мы смотрим на мир по-другому. И этим мы уже отличны от всех остальных других народов. Меня поразил один случай. Как-то давно ко мне на родину в 90-е годы, значит, пришли турки-месхетинцы. Было интересно очень, ну, мы все, в общем-то, были людьми друг друга знающими, и русские, и украинцы там, и чеченцы, и куча народа жили, всегда знали друг друга, дружили между собой. Когда приехали турки-месхетинцы, они были чужими поначалу. И вот те первые контакты, я помню, как они говорили. Вроде бы люди малограмотные, вроде бы люди, которые... Но они говорили на русском, исходя из своего языка. И у них были такие выражения, которые, ну, даже самый, наверное, большой острослов, владеющий русским языком, просто не додумается. Это были настолько едкие, хлесткие выражения, что я тогда подумал, в чем же суть вся? Почему они так говорят? Вот в чем их суть такова, что они вот так вот умеют выражаться? И потом только я уже понял, окончив университет, что это была совершенно другая языковая картина мира. И вот это свое мышление они принесли на русский язык, и, соответственно, они выглядят для нас по-другому. Так же мы можем выглядеть по отношению к другим народам, если наша языковая картина мира будет отражаться в нашей... даже иноязычной речи, в русской речи. Хотя для многих сейчас русский язык – это уже, разумеется, родной. Итак, единый язык – это самая важная составляющая единого народа. Вторая составляющая – это на самом деле вот распорядок, это уже мой распорядок собственный. Это религия. Почему религия? В данном случае у нас это буддизм. Почему религия? Потому что возьмем вот абсолютно наших братьев. Республику Алтай. Это люди, которые исторически были в Джунгарском ханстве. Причем, в отличие от всех остальных других народов, они никогда не были вассалами Джунгарского ханства. Они были полноценными участниками всех джунгарских событий. Я помню, в Монголии видел одну книгу, где описывали... принятие, в сборник статей, где описывали принятие решений, значит, какой-то ученый, я вот сейчас не скажу кто, описывал принятие решений, разных политических решений джунгарскими ханами. Описывалось там очень-очень подробно, вплоть до того, по упоминаниям разных источников, кто где сидел.
И получается так, что вассалы джунгарского ханства, те, которые исправно платили джунгарам дань, которые постоянно поставляли какие-то предметы для войны, амуницию, лошадей, порох, патроны, пули и все остальное, они сидели за дверьми или у дверей ханской кибитки. Тогда как алтайские зайсанги сидели по левую руку джунгарского хана. Сегодня Республика Алтай на протяжении длительного исторического периода сталкивалась с такими вопросами и такими проблемами, как выхолащивание вот этой айратской идеологии. Тогда, когда это началось, это было связано с тем, что страшно боялись реставрации джунгарского ханства, потому что это была большая кость в горле и у Китая, и у России, и тогда этого боялись, причем боялись очень сильно. И поэтому с самого, наверное, момента вхождения алтайцев, тогда айротов, в состав России, была поставлена такая вот целенаправленная политика уничтожения исторической памяти айротов Алтая. Уже позже, более позже, уже в начале 20 века, Алтай решил снова все это возродить, потому что последний владелец Алтая, джунгарский хан Амурсана, а я считаю, что он был джунгарским ханом, перед своим уходом из своей территории, а Алтай принадлежал Амурсане, сказал, точнее, есть легенда у алтайцев о том, как он уходил оттуда. Он оставил свой панцирь, оружие свое, именную, эту большую красивую саблю, оббитую серебром седло, все остальное. И уходя, он с группой людей уходил, значит, из Алтая в Казахстан, на территорию казахских кочевий, к хану Аблаю. Он сломал молодое деревце, а деревце это было тотемным, то есть родовым деревом. А сломать родовое дерево – это страшная клятва. И после того, как он это сделал, он поклялся, что когда гора, она называется Уч-Сумер, Три Сумеру. Уч – это три по-алтайски, а Сумер – это Сумеру. Уч-Сумер – это три вершины, гора, по-моему, Белуха она называется сейчас по-русски. Центральная гора Алтай, это вот русского Симу Алтая. На флаге Алтая. Белуха. Гора Белуха, да. Это русское название этой горы. У нее снежные вершины. И он поклялся, что когда на сопке, там была какая-то сопка, она была лысой, вырастет трава, и с западной стороны побежит белый конь, три сопки Белухи, вот эти вот снежные вершины, упадут, растают и упадут. И я тогда вернусь. И я отомщу тем, кто предал меня в войне, в противостоянии с манчжурами. Я отомщу вот этим и восстановлю джунгарское ханство. Такой была его клятва. Когда Амурсана ушел, его не поддержал казахский Аблай. Манчжуры наступали, шли по его следу. Он был вынужден бежать в Тобольск, и в Тобольске умер от оспы. После этого была очень длительная такая вражда по поводу Амурсаны, Китая и России. Китай требовал выдачи тела для того, чтобы уничтожить окончательно вообще все воспоминания об Амурсане, сжечь его труп, растолочь его, сделать мелким-мелким пеплом и потом выстрелить по четырем сторонам света, дабы он больше не переродился. Это был некий такой имперский ритуал, который бы поставил окончательную точку в джунгарском ханстве. Но нужно отдать большое-большое дань благодарности России за то, что они не выдали это тело, и до сегодняшний день оно покоится в республике Бурятия, как раз на той территории, где проходила граница, куда часто приезжали китайские послы и требовали это тело джунгарского хана. Оно осталось там и до сегодняшнего дня покоится на территории Бурятии. А поклониться вы ездили? Ездили. В прошлом году большая делегация, сборная делегация Калмыкии, Западной Монголии, Алтая и Бурятии, казачество, администрация Бурятии, они выезжали туда и поклонялись. Это Сюльте, да? Сюльте, да. Вот было обнаружено. Так вот, об Алтае. Все боялись того, что алтайцы рискнут снова и поднимут вопрос о реставрации Джунгарии. Поэтому во времена Дандук-Даши часть Алтая, элита алтайского айратского народа была переселена. Дабы не уничтожили ее манчжуры, которые постоянно напирали на границе Алтая, она была переселена в Калмыкию.
И одно время алтайский лама Гелек был шаджин ламой, верховным ламой Калмыкии. К сожалению, с того времени прошло очень много лет, и та политика страха, что не приведи Господи объединяться западные монголы, алтайцы, часть тувинцев, и туда подключатся еще калмыки, которые в то время еще представляли очень большую серьезную опасность для массы государства. Если они объединятся, то вопрос о реставрации, о возрождении Джунгарского ханства снова станет остро. И поэтому постоянно все это выхолащивалось у алтайцев. Говорят, когда такие вот культурные растения исчезают, поле зарастает сорняками. То же произошло и там. Конечно, в то время, когда алтайцы Айрата Алтая были в составе Джунгарского ханства, у них оставались какие-то шаманские верования, еще их окончательно не смогли искоренить, в отличие от нас, например, калмыков и так далее. Ну, на сегодняшний день часть Алтая является, причем малая часть, является буддистами, исторически исповедующими то направление, которым поклонялись джунгары и айраты вообще, и те, кто является последователем других религий. Кен? Кельн. Кельн – это смесь айратского и тюркского языка алтайского, собственно. Нечистый у них тюркский, да? Нечистый тюркский язык. Я просто где-то, наверное, процентов 10-20 из того, что они говорят, понимаю. Между собой, внутри своего народа, не могут найти общего языка, потому что у них слишком разные религии. Поэтому нам очень важно сегодня сохранять некое единообразие религиозное. Для того, чтобы мы точно так же не распались на массу разных составляющих кусочков. Религия – это очень важно. И третье, что немаловажно, ну что сейчас, наверное, сложно как-то говорить об этом, это единая культура. Если я буду жарить борцыки, а кто-то будет делать блины, то, естественно, мы культуры не найдем. Никакой. Есть такая хорошая русская пословица: «Не сошлись традициями, не бывать дружбе». Старая русская пословица есть такая. Поэтому вот эти три составляющих – язык, религия и культура – являются важнейшими составляющими для нашего народа. Мне вот эта идея импонирует больше. Когда мы говорим о нашем народе, то прежде всего мы говорим о его истории, о его прошлом. Конечно, это прошлое не всегда было таким светлым и прекрасным, как многие нам рассказывают. И не всегда оно было героическим. Говорят, что мы воевали с казахами и постоянно их побеждали. Нет. Очень часто и мы попадали тоже. Это был очень достойный противник. Как противник. Но вместе с тем это были и наши родственники. Каким образом они были нам родственниками? Дело в том, что казахи брали джунгарок в жены. И если я не ошибаюсь, из 5 великих казахских ханов 3 являются, во-первых, внуками джунгаров, а во-вторых, зятьями джунгаров. Кюрген. Вот. В частности, хан Аблай, один из выдающихся казахских ханов, он был сыном джунгарки и зятем джунгаров. Хорошо, был Зель и Кюрген. И Кюрген, да. Он прекрасно говорил на айратском языке. Великолепные письма писал на тудубичик. Великолепные письма. Вот недавно они были изданы, года 3-4 назад. Два таких тома есть. «Эпистолярное наследие казахской правящей элиты» называется. Две таких вот шикарных книги. И они это признают. Вот сегодня еще есть такая книга «Эпоха обретения границ» называется она. Мурат Уали и Марал Тампиев написали ее в соавторстве. Там казахи признают за много лет, наверное, впервые они признают то, что их свод законов, Жетыжаргы называется, происходит от джунгарского Цаджинбичик 1640 года. Ика Цаджинбичик. Жаргы означает заргы, суд. Это вообще калмыцкое слово. Жаргы, заргы, да. То есть не все было так плохо у нас с ними. И я, например, считаю, что сегодня, когда мы разорваны в результате многих лет целенаправленной политики, религиозно, культурно, исторически, когда нас и их учили, что мы постоянно являлись друг другу врагами, постоянно за что-то воевали, очень сложно, и не один год пройдет, пока мы
все-таки придем к какому-то консенсусу. Это очень важно сейчас делать. Это, но сейчас это очень важно, потому что мы все-таки представители кочевого мира. Вы, если, может быть, многие замечали, что калмыки не очень много могут работать, постоянно сидя на одном месте. Нам нужно движение. Это кочевой менталитет. Если мы будем сравнивать, как живут другие народы в Калмыкии, как живут калмыки просто по состоянию двора, в котором живут, сразу видно, где живет калмык, а где живет кто-то другой. Почему? Потому что калмыки не особо внимательно всегда относились к состоянию своего двора, им больше было, ну не было дворов вообще. Буквально вот последние каких-то, может быть, 80 лет они только у нас реально так нормально существуют. Теперь калмыки уже совсем другой народ, мы уже оседлые и вряд ли будем жить в кочевых условиях, просто нам не позволит наше нынешнее состояние. Но мы должны сохранять память о том, что мы потомки великого кочевого народа, который в свое время совершил значительные такие дела. И мы должны постоянно везде об этом говорить. Но мало того, что говорить, мы должны сами соответствовать тому, что мы говорим. Если я буду кричать, что мои предки пленили китайского императора, а сам ходить и, я не знаю, воровать в магазине печенье, то я абсолютно недостоин. Или если я буду валяться пьяный, да, и по пьяни кричать, я там родился, я не знаю, там в Гашун-Бургусте где-нибудь, да, и мои предки там в свое время захватили то-то, это. Никто не слышит пьяного, никто не уважает и не видит его. Нам нужно сейчас стать сильными, нам нужно сейчас стать мощными, опираясь на историю. Говоря о духовенстве, нужно сказать, что духовенство всю жизнь, пока оно у нас есть, буддийское духовенство, оно всегда несло ответственность за народ. Сейчас очень отрадно то, что центральный хурул постепенно набирает достаточный авторитет для того, чтобы это делать. У нас не так давно существует буддизм, чтобы мы должным образом хотя бы даже научились относиться к ним. Здесь, я так вижу, это мое личное мнение, всегда был у айратов паритет. Айраты кормили духовенство, духовенство несло ответственность за свой народ. Если говорить о примерах этого духовенства, то мы можем, я, по крайней мере, могу, и любой специалист, кто сядет и будет говорить об этом, он может сказать о том, что духовенство всегда учило людей. Почему мы говорим бакши? Бурхан бакши, начнем с этого. Будду калмыки называют учителем. Потому что он впервые обучил пути освобождения от страданий. Следом за ними пошли его ученики, последователи и буддийские учителя, которые учили народ. Есть такая вот классная такая работа бакши донских калмыков Мюнка Бурманджинова. Лекции, прочитанные в 905 году для калмыков области войска Донского. Он проехал практически по всем станицам, по всем училищам и везде с одной и той же лекцией, которая была записана, которую он читал и которую он устно объяснял и говорил. Об этом Алексей Матвеевич позднее, выдающийся востоковед, который очень много зафиксировал всего, и несмотря на то, что есть критика в его адрес, но я считаю, что то, что он сделал, достаточно перекрывает то, что он писал часто о нас. Это к вопросу о моем одном споре в социальных сетях. Вот. Алексей Матвеевич позднее горячо поддержал эту идею, и благодаря ему эта рукопись сохранилась. И там написано, как себя нужно вести калмыку. Понятно, что мы были кочевым обществом, и не всегда можно было помыть голову, лицо и руки. Воды просто не было, когда в степи какая вода, особенно вот, если взять, например, поселок Харбу, там, по-моему, вообще воды нет, да, и даже рыков никаких нет. Он пишет, что демоны и там всякие духи и шаумусы липнут к тому, кто грязный. Мойтесь. Он пишет очень много о правилах поведения. Он пишет о том, как должен себя вести человек по отношению к духовному лицу и по отношению внутри в обществе к своим другим представителям. Или возьмем, например, работу Боон Бадмычик на Худжир.
все переводят ее как услада слуха, но я бы думал, что, скорее всего, худжир – это все-таки солончак. Мне кажется, что это солончак ушей. От того, что он описывает, уши вянут на самом деле, хотя прекрасным слогом написано о том состоянии, которое было. Эти люди всегда стремились дать нам лучшее. Поэтому сегодня, говоря о религии, мы должны обязательно сохранять это, приумножать это, каждый из нас. Хотя бы на уровне того, что мы будем учить своих детей, своих племянников и родственников, даже старших, каждое утро ставить диджи, чай, выполнять какие-то свои обряды. И как будет приятно, если мы в какой-то однажды день все соберемся на Цагансар Хурули в национальной одежде. Это будет просто нереально приятно. Тем более, что этого просили духовенство на протяжении вот всего того периода, когда мы были уже более европеизированы. Конечно, за все то время, которое калмыки с 1771 года живут в России, мы очень сильно обмельчали. И внутренне, и по части совести. Есть один очень такой хороший пример о том, как происходило это обмельчание. Вот в 1640 году произошло одно из, наверное, самых таких вот уникальных событий, когда все айратские князья, отсюда с Волги, сыновья Хуорлюка, из Кукунора, из Тибета, это были потомки и сыновья Гушихана, джунгарские князья, два довольно влиятельных, крупных представителя монгольского мира, Дзасактуханы, приехали, съехались на вот этот вот съезд и приняли степные законы. Согласно этим законам, правителям, где бы мы ни жили, мы всегда сохраняли свое национальное единство. И поэтому хан, как говорит историк Владимир Толтаевич Типкеев, у айратов был всегда один. А все были хунтайджи. Джунгарским ханом был одним из таких вот ярких джунгарских ханов, наверное, единственный, кому мы реально должны поклоняться, как практически реставратору империи Чингисхана. Правда, она не получилась, это был Галдан Бушуктухан, Галдан Тензин Бушуктух. Это был выдающийся деятель джунгарский. Он был ханом. После его смерти Владимир Толтаевич Типкеев сделал вот это уникальное открытие. Ханский титул перешел на Волгу сюда. И ханом был Аюка, Аюши. А его наместником Хунтайджи, то есть принцем, был Цеван Рабдан Джунгарии. Ханом он не был. Вот тогда, в 1640-м... Да-да. А как вот к этому пришли, что Аюка был хан? Это от Далай-Лама, да? Это было от Далай-Лама. Ярлык, значит, Цеван Рабдан Далай-Лама не давал, а Аюке отдал, да? Да. Печать и ярлык. А, и все это религия, да? И все это... Ну, тут есть другой вопрос. Я думаю, что на следующей нашей встрече мы можем его коснуться очень хорошо, подробно. Именно, только вы напомните, ладно, я подробно расскажу об этом деле. Вот, и дальше, вот на съезде 1640 года было принято решение, что ханом может быть тот, кого выберет общий монгольский сейм. В это же время Тибет, остро нуждавшийся в поддержке Джунгарии для того, чтобы противостоять экспансии Китая и какой-то другой экспансии, которые и каких-то внутренних проблем своих, чтобы избавиться от внутренних своих проблем, Тибет стремился все-таки назначить кого-то, потому что другое было придется зайти, наверное, чуть дальше в историю. Во времена империи Юань, когда Хубилай хан возглавлял империю огромную, был императором и жил в Китае, в Пекине, к нему приехали тибетские посланники. Это были Сакья Пандита Кунга Гелцен и Пагбалама. Пагбалама Кунга Гелцен и Сакья Пандита, его дядя. И Хубилай хан принял буддизм, и у них возник вот такой вот союз. Духовный наставник, мирской император. Это были солнце и луна государства. Духовный наставник обучал императора искусству управления в соответствии с буддийскими нормами.
а император давал покровительство духовному наставнику и развитию религии. Вот этот союз позже, когда уже Юань выгнали из Китая, когда уже в Монголии была феодальная раздробленность, вот это вот страшный 15-й век, темный век монгольской истории, когда не сохранилось ни одной хроники, все это время все владельцы пытались восстановить вот это единство государства. Духовный наставник, мирской правитель. Духовный наставник и мирской правитель. Они постоянно стремились это делать. И когда Саин Тенес Мерген Темене, тургутский тайша, Найон, пригласил из Тибета Цагану Минхана, как раз таки он преследовал эту цель. Создать снова вот это. Конечно, его потом перехватили другие люди. Его перехватил Байбагас Батур, привез к себе, так как он был руководителем Джунгарского сейма, практически главой его, то есть ханом, ну, номинально назывался ханом Айратов. Он пригласил его к себе. Ну, он был главой сейма просто. Вот. Он обратился к Цагану Минхану с этой же просьбой. И так появился Зайпандита. Позже Тибет тоже пытался восстановить это. И у него были свои цели. Джунгары, так как они напрямую не являлись чингизидами, не имели права управлять народом. Еще со времен Чингисхана они тоже стремились к этому. Но на сейме 1640 года было решено, что владыкой, владельцем, ханом становится тот, кого выберет сейм. И чуть более позже тибетские посланники от Далай-ламы приходят на Волгу сюда. Они встречаются с ханом Шукурдайчином и предлагают ему ханскую печать и грамоту. На что Шукурдайчин отвечает им: будет неправильно, если я приму, ибо у нас по законам, а он был одним из составителей этих законов, ибо у нас по законам хана выбирает сейм. Несмотря ни на какие амбиции, несмотря на то, что он был очень весовой такой вот человек, да, в политике того времени, и не только в Калмыкии, но и в Джунгарии, и даже в Тибете, он отказывается от этого титула. Аюка уже не смог совладать собой, и он принимает уже эту печать. Вот. Вот это честь. Если мы коллективно что-то решили, то какие бы ни были амбиции, Шукурдайчин сумел справиться с этим. Он был глубоко верующим человеком. Несколько раз ездил в Тибет, отвозил огромные подношения туда. Он сумел сохранить вот эту уникальную честь того степного аристократа. Сегодня мы все согласно киваем, но как только расходимся, каждый начинает преследовать свои цели, и это не дает единения народа. Если бы мы сегодня выбрали какой-то путь, по которому мы были согласны идти, все вместе, и заставлять это делать других, я думаю, что у нас было бы гораздо больше порядка. Это что касается внутреннего объединения вот этого. Еще один страшный фактор, который у нас есть у калмыков, это так называемый улусизм. Тургуды, дюрбюты, бузавы, хошуды. И постоянно у кого-то есть какие-то исторические обиды друг на друга. Мы все стараемся как-то вот общаться как-то вот не вообще, а как-то в таких кружках по происхождению интересов. Я считаю, это в корне неправильно. Потому что сегодня мы уже совсем другие. Если раньше мы кочевали и нас разделяли сотни километров между собой, и мы говорили: ой, эти там нас тогда напали, тогда они нас кинули, или там тогда ограбили, украли наш скот, угнали, или еще что-то, то сегодня уже этого нет. Сегодня, создав вот этот единый какой-то морально-нравственный кодекс внутри нашего народа, я не претендую ни на политическую власть, ни на что другое, именно морально-нравственный внутренний кодекс. И живя по нему, мы бы наверняка вот эту вот бы часть по поводу лусизма отбросили бы. И уже давным-давно бы отбросили ее. Она нам мешает в развитии. Это реально, это так. В любом случае, последние, по крайней мере, 200 лет наши предки бились бок о бок друг с другом на всех российских войнах. И там не было разницы: тургут, дюрбют, бузав, хошут или кто-то другой.
Возьмем 110-ю кавдивизию. Тот же самый случай. И Дюрбюды, и Бузавы, и Тургуды. И все выходили, и все бились. Когда белые и красные движения столкнулись в Калмыкии, это принесло, привело к страшным последствиям, катастрофическим практически последствиям для народа. Но тем не менее, тогда мы уже не делились на Тургудов, Дюрбюдов, Бузавов и тому подобных. Поэтому сегодня улусизм – это тот фактор, который не дает нам объединиться, сплотиться и стать одним единственным народом, который сможет идти в будущее. У меня вообще была такая идея собрать книгу в рамках серии «Бельгиндала», организации, которая уже, к сожалению, не существует, серию «Законы Великой Степи». Туда включить части «Если Чингисхана», туда включить законы 1640 года, законы, которые дополнял Галдан-Бушуктухан, законы, которые дополнял Дандук-Дашихан, Зензелинские уложения, которые в Зензелях в Астраханской области были приняты калмыцкой элитой. Издать эту книгу для того, чтобы тот, кто ее смог прочесть, на русском языке, понятно, что уже не на калмыцком, но тот бы, кто ее прочел, он бы уже понимал, осознавал, что мы жили по другим законам. Мы жили совершенно по-другому. И то, что мы обмелели, нам Туачиров пишет, что если раньше богатырские былины калмыков были таким, имели такую мощь и размах, то сейчас калмыки восхваляют хромовые сапоги, картузы, какие-то красивые. Вот наверняка у многих есть там вот такие любимые песни, там вот «Цаганурин школ», еще что-то, да? Хорошие песни, я ничего против не говорю. Но к вопросу о том, а исполняются ли, например, у нас у калмыков песни, например, «Плач о Галдаме». Буру икне бодхарбосна, бослуга галдама мини. Кто-нибудь слышал ее? Нет. А кто-нибудь слышал, например, сейчас песню об уходе у Бушихана? Машин цевдрян кюльгилсен, мангут буран кютлисен, манану ин ханоши маниган, яхтхагисен бе. Вот. Сейчас они отнесены во всех книгах песен как исторические песни. Ну, они действительно являются историческими многие, но тем не менее, вот этого уже нет у нас. Любимые песни — это у нас Нюдля, Котуш, Теляш, Тегряш. Мелко, да? Мы стали мелкими. Вот этот дух ушел. И тому были масса факторов и причин. Исторические причины были, экономические причины. Мы вот в машине ехали, я как раз о них говорил. Это были причины того, что какое там геройство, мне нужно прокормить свою семью сейчас. У меня корова не доится, какое может быть? Или я поехал там, не знаю, в Калым-базар, купил новые красивые хромовые сапоги. Вот бибаин. Вот намага давайте мактадуладбятин. У нас совершенно практически исчез как жанр, только вот Мацыкта и Мкчут сейчас сохраняют жанр восхваления духовенства, шаштырдун. Они были очень популярны каких-то 100 лет назад. Песни, восхваляющие духовенство. Когда приходили в хуру, люди исполняли именно эти песни. Никто не пел ни деляш, ни котуш, ничего другого. Восхваляли духовенство. Зурган талта, там сюмдн, да? Зунко гиган залырна, вот такие вот вещи. И пока сохранились мелодии, и пока старики помнят об этом, если мы сейчас это все восстановим, то я не консерватор и не монархист далеко. Я совсем не тот человек, который бы там цеплялся за прошлое и требовал современного человека, калмыка, ходить в сапогах, в бешмете, там, с нагайкой или еще с плеткой, там, малята или еще с чем-то. Но вот эти... У нас с приходом советской власти практически исчезли все пословицы, связанные с буддизмом. Понятно. У нас исчезли вот эти шастырдун, которые мы обязаны исполнять хурули. Ни котуши, ни тегряш. У нас исчезли исторические песни, которые позволяли почувствовать себя широко. Даже вот... И таким образом та советская культура, которая у нас в Калмыкии была и остается даже на настоящий момент источником изучения калмыков, а мы в основном читаем что? Мы читаем книжки либо советских авторов, либо авторов, которые учились, воспитывались в советское время и
часто, может быть, не делают акценты в силу своего образования на том, что вот было раньше. Мы, собственно, и сами, в общем-то, продукты, многие из нас, советской эпохи. Поэтому я думаю, что для того, чтобы восстановить исконную нашу культуру, прежде всего, прям с самого-самого начала, нужно начать с тудубичик, с письменности, которая является становым хребтом нашей национальной культуры, языка, традиций и религии. Вот все это включает в себя тудубичик. Что касается тех вещей, которые я сказал о религиозных песнях, о каких-то легендах, которые в советское время были усеченными, не успел об этом сказать, но это тоже очень интересно. О тех вещах, которые умышленно или неумышленно были нами забыты, потеряны и так далее, мы сегодня должны знать. Было бы очень неплохо, если бы калмыки вместо комиксов там, о Человеке-пауке или там, о Железном человеке и там, еще ком-то, читали бы комиксы или хорошие работы, хорошо иллюстрированные, качественные книги, например, о геройских подвигах Галдамы, о геройских подвигах Мазанбатора, Митрнайона, Амурсаны того же самого и массы других героев. Есть историческая хроника, где Аюка-хан говорит: если бы у меня было 1000 стрелков таких, как Яман, я бы мог пойти захватывать Крым. Если бы у меня было там 1000 копейщиков таких там, как такой человек, я бы мог пойти захватывать Крым. Пока у меня нет возможности. Есть такая хроника, есть такое упоминание Аюки-хана. То есть героев было масса. Героев ратных, героев ума. Возьмем того же самого Заяпандиту. Это человек, на которого равняется, по-моему, уже весь монголоязычный мир. И мы, которые смотрим на портрет Гарри Олеговича Рокчинского и узнаем Заяпандиту только по вот этому образу, это, конечно, очень хорошо, но мы должны видеть в нем прежде всего не произведение искусства, которое сделал Рокчинский, а личность, которая предопределила нашу историю практически 350 лет точно. Это был Заяпандита, потому что это единственный человек, который, во-первых, создал письменность, который объездил все айратские кочевья, который перевел более 200 произведений огромных объемов с тибетского языка на наш язык, чтобы наше учение было доступно нам сегодня, сейчас. Нет, Ганжур он не переводил, но большие объемные произведения он перевел, такие, которые... Это был самый плодотворный переводчик среди всех монгольских переводчиков, вообще существовавших за всю историю монгольского буддизма. Поэтому таких личностей забывать не следует. У нас были и другие ламы. Вот в Богоцухоровском улусе был уникальный лама Джинзан Гелинг, который написал работу о Юнитоле. Она до сих пор не переведена на русский язык. На калмыцком языке читается крайне сложно. Но вот если бы эта работа, например, была издана, к чему мы сейчас стремимся с центральным хурулом, было бы очень неплохо. В Маладербетовском улусе был Бааза Бакши, который съездил в Тибет и впервые открыл через 200 лет практически после долгого перерыва, открыл дорогу снова в Азию для калмыков. С 1771 года был закрыт путь этот. И только Бааза Бакши восстановил эту дорогу, и по ней поехали уже другие паломники. Был Пурдашбакши, который посадил одинокое дерево. И Пурдашбакши. Джинзан Гелюнг, самый известный, Богоцухоровский. Иксохара. Данке Бакши, нетленное тело, которое? Бакши Данке его называли, калмыки. Вот. Было огромное количество людей, которыми мы можем гордиться. Буряты сегодня гордятся очень... Очень гордятся эти дела. У нас был Бакши Данке в Зюнгарском хуруле, урочище Чапчачи, который точно так же явил нетленное тело. Буряты сегодня гордятся Гамбажапом Цибиковичем Цибиковым, человеком, который привез фотографии Тибета. У нас был человек, который их раньше привез. Это был Авшим Учкинович Нарзунов, большедербетовский зайсанг, безаймачный, который тоже привез эти фотографии раньше, чем Гамбажап Цибиков. Может быть, он не столько трудов оставил, сколько Цибиков, но... Это еще тоже спорный вопрос, вполне возможно, не найдутся. Но это человек, который, в общем-то, определял восточную политику России вместе с Нараном Улановым, вместе с Дамбо Ульяновым, вместе с Гелюнгом Бадмой Ушановым, постоянно ездившим в Тибет и через, соответственно, по пути в Тибет, Монголию и во все другие места, которые
определили политику, восточную политику огромной России. Эти люди сейчас нами забыты. Поднять их всех, сделать их портреты, хорошо, что фотографии их остались до сегодняшнего дня, они есть. Сделать так, чтобы этих людей знали школьники. Сделать так, чтобы наши школьники понимали и познавали и постигали себя как калмыки, а не как безликая какая-то безголовая масса, которая, ну, всех учат и нас учат. Это задача сегодня нас с вами. Ни руководство, ни правительство, ни системы образования. Это задача нас с вами. Потому что в школе учат тому, что требует государственная программа. А дома, в общении вот так вот со всеми, когда мы будем говорить о том, что мы особенный народ, народ, который имеет историю такую, которую не имеют масса других народов. И самое главное, чтобы мы не просто бахвалились этим где-то там в других местах, а чтобы мы это понимали и не совершали таких поступков, по которым скажут, калмыки это какие-то грязные варвары или обманщики, воры, алкоголики или еще кто-то. Это задача нас с вами. И для того, чтобы она была осуществлена, поле непаханное абсолютно у всех, кто здесь есть. Если даже каждый калмык начнет, возьмет какое-то направление для себя, будет его изучать, исследовать, развивать, говорить, делиться и давать возможность это детям услышать, понять, осознать и стать такими же калмыками, то у нас еще останется огромная куча незакрытых таких вот вопросов, которые будут уже изучать они и все остальные. И самое главное... Самое главное, на мой взгляд, это то, что сегодня мы интенсивно, даже вот по сравнению с теми поездками на Туачирова, которые он делал в начале 20 века, он собирал фольклор, описывал, где калмыки живут, какие рода, какие хурулы, то есть такие этнографические наблюдения, материалы он делал. Даже тогда нам Туачиров говорил, что калмыки начинают становиться более мелкими. То, что происходит с нами сегодня, конечно, я не знаю, если бы вдруг разверзлась земля, и оттуда бы появился Галдан Бошукту или Шукур Дайчин, и увидел бы нас, мне кажется, он бы умер от разрыва сердца. И для того, чтобы мы, видя то, что мы превратились, Андрею Васильевичу Бадмаеву как-то задали вопрос журналисты, а предполагал ли Зайпандита, что мы будем говорить на русском языке? Разумеется, он не предполагал. В то время вся Центральная Азия говорила и переписывалась на айратском языке. Есть письма казахских ханов, которые были отправлены в манчжурскому императору, в Китай, написанные на айратском языке и на тудубичик. И есть письма китайских императоров, которые писали казахским ханам. Казалось бы, к Джунгарии они вообще отношения не имеют. Ни китайские императоры, ни казахские ханы, но они писали друг другу. Письмо о вхождении Алтая в состав России было написано на нашем языке и на нашей письменности. Письмо о вхождении енисейских киргизов князь Курбан-Кашка тоже писал на тудубичик. Есть такое понятие в лингвистике лингва франка. Лисан или франк по-арабски. Лисан или франк – это значит язык франков. Когда начались крестовые походы, и вот эта огромная толпа европейцев хлынула на Ближний Восток, они между собой говорили на французском, немецком и так далее, но... Пока они шли по пути, они выработали такую вот жуткую смесь, которую арабы назвали своих языков, которую арабы назвали лисан али франк, то есть язык франков. На латыни, потом восстановили это название на латынь, лингва франка, то есть язык международного общения. На сегодняшний день лингва франка является английский язык в мире. В 18-18 веке, в частности в 18 веке, этим языком был наш язык и этой письменностью. Была наша письменность в центральноазиатской политике. Это сказал не я, это сказал американский исследователь Бенджамин Леви, которому вообще, казалось бы, никаких отношений с нами нет, и вопросов, которые бы могли он преследовать именно исходя из личных каких-то интересов, тоже нет. Но он это сказал. И вот это гордость нашего народа
Сегодня, к сожалению, нами забыто. Я как-то был в школе, разговаривал с детьми и говорю, как вы думаете, что такое заяпандита? И одна девочка встала и сказала, ну, я думаю, что это, наверное, зая, это, наверное, зайчик, а пандита, наверное, это какой-то бандит. Чтобы этого не было, и чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, у которых нет ни прошлого, ни предков, ни каких-то поколений, которыми мы можем гордиться. Сегодня мы, сейчас, просто обязаны объединиться, просто обязаны взять все наши выдающиеся какие-то достижения исторические, культурные и все другие, объединить их, записать, зафиксировать и оставить для наших потомков. И обучить их всех отсутствию лусизма, любви к своей родине, любви к своему прошлому и соответствию себя этому прошлому. Я думаю, что если это будет, то у нас есть возможность существовать дальше. А если ее не будет, как писал один известный лама, правда, не в Калмыкии, а в Америке, Санджиракба Миньков, работу которого мы уже перевели и в скорости будем издавать совместно с Центральным Курулом в серии «Наследие калмыцких лам». Я не знаю, при той ситуации, которая у нас сейчас есть, он говорил об американском обществе, не знаю, что будет через 10-20 лет с нами. Чтобы этого не случилось, мы обязаны, мы просто обязаны сейчас объединиться, начать все это изучать, преподавать и объяснять людям, кем же мы были тогда и на кого мы должны равняться сейчас.